19 декабря отмечается День московского футбола. И пока на столичных стадионах проводили соревнования в честь праздника, в Троицкой школе номер 2 наградили юных кудесников мяча, которые с наилучшей стороны проявили себя в 2015 году. В начале года была поставлена для школы задача выйти в высшую лигу, и она была успешно решена. Плюс ко всему, две команды 2000 года и 2002 года выиграли чемпионство в мини-футболе и завоевали два кубка Москвы. Это далеко не полный перечень достижений троицких воспитанников. Владимир Прохода не успевал сойти со сцены после одного награждения, как нужно было подниматься на следующее. Медали и кубки футболисты получали из рук главы городского округа Троицк Владимира Дудочкина, а также главного тренера и игроков императорского спортивного клуба «Дина». Чтобы ребята почувствовали близость, сплоченность команды, потому что раньше награждения наши проходили в перерыве матчей императорского спортивного клуба, и ребята были лишены возможности пообщаться действительно и с главным тренером, и с игроками «Дины». А сами пушкари испытали огромный позитив от общения с юными футболистами. Это всегда отличные эмоции, тем более перед Новым годом ребята порадовались, получили свои призы заслуженные. И нам доставили удовольствие, что мы поучаствовали. Спасибо организаторам, что позвали нас. Как бы мы только за, всегда на все мероприятия готовы приходить и радоваться вместе с детьми. Радоваться вместе с детьми, радоваться за детей. Многие ребята, помимо кубков, дипломов и медалей, получили индивидуальные призы. Так, например, отличился юный вратарь Максим Татаринцев, который среди голкиперов первенства Москвы всех возрастов пропустил наименьшее количество мячей. Старался отбивать мячи. Был дух, что мы выиграем, и я стану лучшим вратарем в Москве. Ну вот, тренера помогали. Папа старательно возил нас на тренировки. Этому только можно порадоваться. Это отлично, я считаю, что это дополнительный стимул для работы дальнейшей. Непростой для ребят сезон 2015 позади, но уже очень скоро начнутся новые соревнования, готовиться к которым нужно уже сейчас. Ведь задачи у троицких ребят всегда самые высокие. Необходимо и в дальнейшем держать марку.